Этот мост был построен в 60-е годы прошлого столетия. Его состояние с недавних пор не иначе, как устрашающим, не назовешь. Огромные ямы и выбоины пугают водителей. Мост, соединяющий два микрорайона и являющийся частью республиканской трассы, представляет реальную угрозу. Необходимо провести армирование и залить монолитный участок, после чего провести ямочный ремонт. А так поперечные и продольные сваи моста в хорошем состоянии. Но это всего лишь временная конструкция, которая продержится до строительства нового моста. Специалисты просят проявить терпение и понимание. Они дотошно проверяют каждый сантиметр моста. Оказалось, что менять придется верхнюю часть железобетонной конструкции. А вот опоры и переправы вполне могут прослужить. Они в хорошем состоянии. После ремонта пропускная способность моста увеличится. Первой причиной, по которой мы до сегодняшнего дня не перекрыли мост, является то, что по улице Гагарина ведутся ремонтные работы дороги. После начала ремонта легковые авто и пассажирский общественный транспорт мы будем пускать по Гагарина. Грузовые авто мы пустим по трассам КХ-11 и КХ-17. Это объездные дороги. Ремонтировать мост строители начнут после майских праздников. Обещают управиться за 15 дней. Все это время мост будет закрыт. Придется передвигаться в объезд. На следующий год в городском акимате на этот объект тоже есть планы. Рядом с уже имеющимся мостом появится дополнительный.